Паспортно-визовое сопровождение – один из самых важнейших сервисов, который предоставляет Казанский университет иностранным студентам. Для упрощения процесса ВУЗ запустил специальный чат-бот в Телеграме. О том, какие преимущества имеет новая система, смотрите наш следующий сюжет. Узнать о сроках продления визы, необходимости сдать документы и задать вопросы по поводу миграционного учета. Теперь не нужно стоять в долгих очередях. Все это можно сделать нажатием всего одной кнопки, благодаря чат-боту. Кроме того, бот предполагает, значит, предоставление направления так называемых пуш-уведомлений, то есть не просто по запросу, а именно когда документ готов, тебе в Telegram приходит сообщение о том, что вот твой документ готов. Делается это все автоматически, просто мы ведем определенную базу данных, и если происходит обновление базы данных, то, соответственно, сразу же отправляется сообщение. Помимо этого, бот предполагает и напоминание для студентов, чтобы они ничего не забыли. Например, виза заканчивается через месяц, и нужно прийти и сдать документы. Далее система будет только совершенствоваться. У нас сейчас будет добавляться возможность выбора языка, потому что, скажем так, некоторые студенты могут не совсем четко понять название того или иного документа, справки. И для того, чтобы им было удобнее работать именно с документами, мы хотим сделать и на китайском, и на английском, и еще ряд языков, которые достаточно распространены у нас в университете среди студентов. Чтобы получить доступ к чат-боту, студентам необходимо обратиться в паспортно-визовый отдел, секторы которого расположены по двум адресам – деревня Универсиады, дом 7 и Гвардейская, 32. Мне кажется, это очень удобно, вообще очень удобно. Просто там занимает 5 секунд, мы уже знаем наш статус по поводу документов. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз.